Добро пожаловать на канал HardReset.info. Сейчас я покажу вам, как показать, либо же скрыть показ процента заряда аккумулятора. Точнее, да, показ заряда аккумулятора в процентах. Вот так. Итак, вначале нам нужно зайти в приложение настройки. Затем спуститься вниз и выбрать пункт батарея. И здесь у нас есть такая галочка «Процент заряда батареи». Если вы ее уберете, у нас будет показан только лишь индикатор. А если поставите галочку, тогда будет отображаться еще и процент заряда. Что ж, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!